А в Чебоксарах планомерно решают проблему нехватки мест в детских садах. Сегодня после реконструкции открылся детсад на 75 мест по улице Фруктовая. До прошлого года в здании находилась вечерняя общеобразовательная школа номер 2. В декабре 2011 года было принято решение отдать это помещение детскому саду. Общая стоимость реконструкции составляла 29 миллионов рублей. 11 миллионов выделил республиканский бюджет, 17 – городской. В саду будет 5 групп для детей раннего возраста. Там обустроены игровые комнаты, спальные, раздевальные, буфет и туалет. В детском саду разместили музыкальный зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кухню и медицинский блок. На входе предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения.